Меня зовут Влада, мне 20 лет, и всю свою жизнь я занимаюсь музыкой. А это Миша. Собственно, благодаря музыке мы познакомились. Я из невеличкого міста Лебедин Сумської області. Мій найкращий друг грав на гітарі, і я подумав, чому би ні, чому би я не можу зіграти так, як він. Все воспитательницы в детском садике жаловались, что я собираю всех детей в кружочек и типа начинаю их учить песни петь. Забери, будем вместе петь, что никто не сможет нас найти. Значит, мы работаем в частной школе вокал. Часто приходят люди, которые айтишники или юристы. И они вот говорят, что мне там мама в детстве сказала, что, мол, не пой вообще, и голоса у тебя тоже нету. И вот как бы в 30 лет оно все выстрелило, захотелось. Просто нужно время, упорство и желание. Хотелось бы поехать покорять сцены какие-то, выступать в больших театрах мира. У нас совсем поганое социальное обеспечение в нашій країні, особливо для музикантів. Працювати, звісно, можна за кордоном, але все-таки хотілося б проживати на батьківщині.